Ожидание автобуса в экстремальных условиях. Понять, что здесь остановка, можно только благодаря дорожному знаку. Ни скамеек, ни навеса. В двух шагах женская консультация. Тут беременные ходят сюда. Ну, бабушки все, считай, им ехать надо. И в жару такую они еще стоят. И весной, я считаю, и осенью дождь, пасмурно, это тоже никакой защиты нет. Уставшие от проблем с благоустройством жители обратились к депутату законодательного собрания Марине Поддубной и к чиновникам из администрации города. Мы посмотрели, каким образом можно восстановить этот остановочный комплекс, чтобы все-таки было удобно и садоводам, сады которых находятся рядом, сады пластмассы, тем женщинам, которые выходят из стен консультации. Не хватает в Копейском городском округе не только остановочных комплексов, но и мест для занятий спортом. Воркаут-площадок совсем нет. Инициативные жители обратились к главе города за помощью. Они хотят установить турники на школьном стадионе. Депутаты областного парламента познакомили с муниципальной программой по развитию массового спорта. Вблизи нашей школы, в нашем микрорайоне отсутствуют какие-либо спортивные учреждения, учреждения дополнительного образования, поэтому все дети и все взрослые у нас находятся на территории школы. Появилась идея, у нас есть небольшое спортивное ядро с силовыми тренажерами. Теперь появилась идея разместить площадку для воркаута. Так как у нас еще туризм, дети занимаются, и много также кружков различных, которые дети посещают школу. Поэтому были бы весьма благодарны. Я уже говорил, что да, в планы мы это включим. В поселке Железнодорожный рассматривали три площадки для занятий воркаутом, наиболее подходящая на школьном стадионе. Такая попытка у нас была. Нам выделили 100 тысяч. Мы ее установили возле. Мы все подготовили, документы, полный набор, все сделали. Но в последнюю минуту эти деньги отдали дворцу. Желание Горнова было установить. Но документы есть, да, на воркаут-площадку? Стоит площадка только с той стороны школы. Оказалось, что с другой стороны лишь демо-версия воркаут-площадки. Всего два турника. Решено, что школьный стадион все-таки более подходящее место. Всего же в Копейском городском округе за этот год планируют установить 10 воркаут-площадок. Мария Минина, Павел Чащин, 31 канал.